Приветствую вас на канале «Час ремонта». В этом обзоре расскажу про газонокосилку Champion LM4630. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Газонокосилка бензиновая Champion LM4630. Этот агрегат способен значительно облегчить труд оператора благодаря своей богатой комплектации. При этом затраты на устройство будут намного меньше, чем потребует машина с мировым именем. С помощью устройства можно обрабатывать участок площадью до 15 соток. В эксплуатации допускается интенсивное применение в сложных условиях. Такого эффекта удалось добиться благодаря использованию новых технологий и высококачественных металлов в процессе создания модели. Дека, выполненная из прочной стали, способна противостоять механическим воздействиям. Кроме того, специальная обработка не даст этому узлу выйти из строя раньше времени из-за коррозии. Двухлопастной нож особенной формы обеспечивает ровное скашивание. При этом такой необычный нож в комплексе с высоким размещением деки обеспечивает всасывание обрезков и мелкого мусора с газона. Таким образом, удается совместить функцию газонокосилки с садовым пылесосом. Еще одним преимуществом, которым обладает бензиновая газонокосилка Champion LM4630, считается самоходность устройства. Эта функция позволит переложить большую часть нагрузки с оператора на прибор. Привод на задние колеса обеспечит дополнительную проходимость и возможность преодолевать небольшие преграды, возникающие на пути машины. Двигатель для этой модели произвела фирма Lonkin, наделив его автоматической регулировкой оборотов. Мощность агрегата составляет 4,1 лошадиные силы, что при объеме в 173 кубических сантиметров обеспечивает необходимую производительность. При весе в 8,5 кг эти показатели являются внушительными и означают эффективную работу косилки. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Нелегкий запуск. Мощность можно было и побольше. Сливать масла неудобно. Самомойка для галочки. Посредственное качество покрытия на ручке. Теперь перейдем к положительным. Самоходность. Легкая относительно. Ширина скашивания. Многофункциональность. Косит отлично и быстро. 7 уровней скоса травы. Удобный травосборник. Мульчирование. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».